Церемония гашения специальным штемпелем первого дня новых российских марок и серии «Легенды российского футбола» состоялась в торжественной обстановке. Главным участником мероприятия стал сын прославленного сочинца и одного из лучших отечественных форвардов Сергей Славович Митревели. Безусловно, это для меня большое очень событие. Я считаю, что это не должно закончиться этой серией. А должны еще быть серии такие, которые прославляли бы наш спорт, наших спортсменов, не только футболистов, олимпийцев, хоккеистов, всех, кто делал историю нашего спорта. И я директор по проведению спортивных мероприятий Федерации. Вот, тем более мне вдвойне радостно. Вместе со Славой Митревели на новых марках Виктор Банников, Константин Бесков, Николай Латышев, Николай Морозов, Игорь Нетто и Галимзян Хусаинов. Портреты всех этих прославленных спортсменов сегодняшнего дня разлетятся по всему миру. Первый же конверт с маркой и автографом Сергея Митревели достался юному футболисту, победителю спортивного конкурса. Ребята должны знать своих прославленных земляков и равняться на них, подчеркнул сын легендарного футболиста. Отметил Сергей Славович и то, что его отец такой чести заслужил своей беззаветной любовью к футболу и, разумеется, прекрасной игрой за сборную команду СССР. Это 48 матчей и 11 голов. К слову, теперь память о Славе Митревели будет храниться не только в названии центрального стадиона курорта. Для того, чтобы популяризировать наш город Сочи, нашу историю, нашу память, Почта России изготовлен, по заказу Почты России изготовлен постоянный штемпель, который так и будет, на нем будет выбито стадион имени Славы Митревели, который будет находиться на почтамте, и любое отправление, которое будет уходить за пределы, либо внутри города, за пределы Российской Федерации. И этим специальным штемпелем можно каждое отправление отметить. Церемония гашения новых почтовых марок серии «Легенды российского футбола», выпущенных к Мундиалю 2018, сегодня единовременно состоялась в 11 городах страны. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.